Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, поговорим о том, какие же слова нужно произносить перед сном. И делая именно эту простую практику, говоря эти слова, волшебные слова, вы сможете кардинально изменить свою жизнь и привлечь к вам созидательные положительные энергии. Что же это за слова и почему нужно говорить перед сном, далее в этом видео. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Всем приятного просмотра. Вы знаете, за день с нами происходит много разных событий. Одни приносят нам положительные эмоции, делают нас счастливыми людьми, а вот другие, наоборот, притягивают негатив и огорчают нас. Все мы хотим привлечь больше положительных событий в свою жизнь, а также счастье и удачу. Ведь благодаря этому мы многого можем добиться и даже осуществить в своей жизни. Вокруг нас находятся потоки энергий, при этом как положительных, так и отрицательных. И они постоянно движутся. Если нам удается окружить себя положительными энергиями, в нашей жизни все получается и намного проще происходит. Очень важно знать, как правильно привлечь к себе положительные энергии. Многое зависит от нашего настроя. Ведь если мы отправляем неправильные посылы, то ничего хорошего, к сожалению, не сможем к себе привлечь. Нужно жить сегодняшним днем и положительный посыл вкладывать в этот день. Например, сегодня будет удачный день, а не в будущее. Например, что когда-то, в какой-то момент в моей жизни, возможно, будет лучше, чем сейчас. Потому что таким образом вы не притягиваете к себе ничего хорошего, а только откладываете на потом то, что могли бы получить уже сейчас. А еще таким образом вы притягиваете к себе негатив, ведь программируете себя на то, что вам ничего хорошего не нужно на данном этапе, а может быть когда-то в будущем. Меняйте такое мышление. Как только вы начнете это делать, вы увидите, что у вас многое начнет получаться, разрешаться. Казалось бы, ранее какие-то трудные ситуации, а вот потоки положительных энергий начнут к вам поступать, а с ними также придет и счастье, и удача. Также возьмите за правило каждый день, когда ляжете в кровать перед сном, анализировать свой прошедший день на приятные и неприятные моменты. Обдумывайте, что повлияло на то, что некоторые моменты были не такими, как вам бы хотелось. Затем обдумайте, какие хорошие поступки вы совершили за день, что сделали для себя или окружающих людей. Если вы без труда вспомните положительные моменты, значит, в течение дня вы все делали правильно и этим привлекли потоки положительных энергий в свою жизнь. А вот если вы не сможете вспомнить такие моменты, то нужно начать менять свою жизнь. Ведь положительные энергии в нее не поступают, а соответственно и хорошие события из-за этого обходят вас стороной. Поэтому если вы задумываетесь, то вы увидите, что все, что вы беретесь, возможно, у вас не получается. А если и получается, то с большим трудом. Поэтому, чтобы изменить это в своей жизни, начните с того, что каждый раз перед сном на протяжении недели проговаривайте следующие волшебные слова. «Я хороший человек», «Я стану еще лучше», «Смогу изменить себя и все, что меня окружает, в лучшую сторону». По истечении недели в вашей жизни начнут появляться события, которые будут требовать именно вашего участия. И, пожалуйста, не проходите стороной, используйте эти моменты. Вы увидите также, что в вашей жизни начнут происходить и благоприятные моменты, которые будут приносить вам счастье. Следующим этапом нужно будет на протяжении следующей недели проговаривать следующие слова: «За счастье и удачу благодарю». На этой неделе вы будете получать положительные энергии еще в большем количестве. Все, что вы задумали, будет легко у вас получаться. Вы начнете добиваться нужных вам результатов, и ваша жизнь начнет меняться на глазах в лучшую сторону. Но не забывайте перед сном обдумывать все случившиеся события, которые происходят с вами за день. Это должно стать вашим маленьким и простым правилом.
Но главным моментом в этом должно быть то, что вы должны быть честными сами с собой. Это очень важно. Вы также научитесь признавать все ваши ошибки. В первое время это будет непросто, но принесет вам в дальнейшем приятные изменения. Следующим этапом, когда вы увидите, что ваша жизнь начала меняться в лучшую сторону, перед сном начните проговаривать следующие слова. «Все, что у меня новое появилось, я все в свою жизнь принимаю, и положительная энергия себя с каждым днем все больше окружаю». Эти слова также проговаривайте на протяжении 7 дней. Это важные слова, которые помогут положительным энергиям в большем количестве появиться в вашей жизни и наполнить ее. Засыпайте всегда только с хорошими мыслями и мечтами. Казалось бы, это простые действия, это простые слова. Но, как видите, они имеют сакральный смысл и смогут изменить вашу жизнь только в лучшую сторону. Очень важно на подсознательном уровне давать себе правильный настрой, ведь так вы влияете на свою жизнь и разворачиваете ее в нужном для вас направлении. Это несложно, но вы знаете, результат превосходит все ожидания. Не забывайте благодарить и за положительные моменты, которые случились в вашей жизни, даже если они и значительные. Потому что каждый человек, он способен сделать себя счастливым и удачным. Но не все используют, к сожалению, эту простую возможность. Поэтому настройтесь на принятие светлых энергий. И вы сами начнете ощущать, как они будут наполнять вас каждым днем все в большей и большей мере. У вас будет хорошее настроение, у вас будет положительный настрой для всех новых и новых событий, которые будут происходить вокруг вас. Помните, все в ваших руках и никогда не забывайте об этом. Старайтесь себе и утром говорить также и такие же сильные магические волшебные слова, которые помогут вам настроиться на прекрасный день и сделать те моменты в своей жизни намного более ярче. Также, пожалуйста, на протяжении всего дня, как бы вам ни было тяжело, возможно, обидно, возможно, вам что-то не нравится в вашей жизни, всегда старайтесь принимать все с радостью, все с любовью, все с благодарностью. Это очень важно, потому что мы все с вами переплетены энергиями, каждый из нас выдает определенные вибрации. И это все взаимосвязано, и только зависит от нас, насколько мы готовы меняться и менять свою жизнь вокруг вас. Поэтому, друзья, мы надеемся, эта информация для вас была полезна, важна, поэтому используйте эту информацию во благо себе. С вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно смотрите другие видео на канале, у нас много полезной, важной и интересной информации.